Послание Отца Абсолюта 19 мая 2022 года. Вибрационный индикатор. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня мы поговорим о том, как реагируют на высокие вибрации четвертого измерения ваши физические органы чувств. И начнем мы с органов слуха, поскольку ваши уши очень тонко чувствуют любые энергетические изменения. Те, кто давно работает с энергиями, наверняка заметили, что именно через уши вам нередко идут подсказки от сил света. Происходит это по-разному, но чаще всего реакция на повышение или понижение ваших вибраций проявляется в виде усиливающегося либо ослабевающего звона в ушах. А порой он и вовсе прекращается, что чаще всего случается во время энергетических атак, которые утягивают вас в мир низких вибраций. Чем объясняется такая реакция человека на вибрационные перепады? Дело в том, что ваш слуховой аппарат является природным радиоприемником, способным улавливать волны разных частот, условно коротких и длинных. Но в данном случае короткие волны являются для вас привычным состоянием в мире третьей плотности, поэтому ваши уши практически никак на него не реагируют. Что же касается длинных волн, то их уловить способен не каждый, поскольку они уже выходят за пределы восприятия обычного человека трехмерного мира. Высоковибрационные частоты может уловить только тот человек, чье сознание, а значит и вибрации, уже преодолели порог третьего измерения, и такие люди пребывают как минимум в четвертом измерении. И чем выше вибрация человека, тем ощутимее становится звон в ушах, который является звуковым проявлением высших миров на физическом плане. В традиционной медицине звон в ушах часто воспринимается как заболевание, что действительно встречается, но очень редко. Чаще всего через такую аномалию до человека пытаются достучаться силы света, чтобы отвлечь его внимание от мирских повседневных забот и помочь ему стать на путь духовного развития. Конечно, это происходит не с каждым человеком, а с чистыми древними душами, пришедшими на Землю с определенной миссией, но в силу обстоятельств, с головой окунувшимися в трехмерный мир и забывшими о своем истинном предназначении. Я знаю, что многие из вас ощущают подобный звон в ушах и уже к этому привыкли. Он не только не мешает вам жить, но и во многом помогает, являясь индикатором уровня ваших вибраций, четкой подсказкой того, что вам следует подкорректировать свое энергетическое состояние. В редких случаях, чтобы остановить человека от необдуманного поступка или привлечь к чему-то его внимание, человеку вдруг резко закладывает уши, то есть его погружает в полную ватную тишину. Это явление можно рассматривать как своеобразный сигнал СОС, поэтому не воспринимайте его как случайность. Скорее всего, таким образом вас пытаются уберечь от необдуманного шага, который может иметь неприятные для вас последствия. Но, конечно, не следует причислять к признакам взаимодействия с тонким планом любые аномальные проявления в ваших ушах. Безусловно, уши, как и остальные органы чувств человека, также подвержены различным заболеваниям, которые излечиваются как традиционной, так и народной медициной. Но то, о чем я рассказал в данном послании, как раз является примером физического проявления высоких вибраций, которые призваны помочь вам в определении уровня вашего духовного развития, на котором вы находитесь в данный момент. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение.